Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике мы посмотрим, насколько вы внимательны. Но прежде чем начать просмотр, не забудь подписаться на канал, поставить палец вверх и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Но если это видео наберет 100 лайков, то в следующем я проведу конкурс. Всем приятного просмотра, поехали! Попробуй на этой картинке найти одно отличие. У тебя 30 секунд. Итак, время пошло. Итак, время вышло, и давайте посмотрим, где же отличие. И мы видим, что на крыле у бабочки отсутствует одно черное пятно. И если ты успел за 30 секунд, то ты молодец. Давайте перейдем к следующей картинке. Правила те же. Найти отличие за 30 секунд. Итак, время пошло. Итак, время вышло, но давайте же посмотрим, в чем же отличие. И мы видим, что возле белочки отсутствует маленький кусочек травки. И если вы и это нашли, то давайте перейдем к следующей картинке. Правила те же. Найти отличие всего за 30 секунд. Итак, время пошло. Итак, время вышло, но давайте же посмотрим, в чем же отличие. И мы видим, что на картинке отсутствует одно маленькое облако. Но если вы справились с этим заданием, то давайте перейдем к следующему. Правила все те же. Найти отличие за 30 секунд. Итак, время пошло. Итак, время вышло, но давайте же посмотрим, в чем же отличие. Я думаю, с этим заданием справились все. Как вы могли уже увидеть, отсутствует маленький кусочек травки. Ну и давайте уже перейдем к крайней картинке. Итак, время пошло. Итак, время вышло, но давайте же посмотрим, в чем же отличие. И посмотрите на кончик клюва попугая, он различается цветом. И если вы прошли все задания, то вы очень внимательны. Но не забудь подписаться на канал, поставить лайк, чтобы в следующем видео был конкурс. Спасибо за просмотр, всем пока-пока.